Это авиастроителей, дом 1. Нашему дому 40 лет. И за 40 лет здесь вообще ничего не делалось. То есть изначально как были поставлены какие-то там скамеечки, качелечки, так и они оставались. Здесь был ходячий грунт, и поэтому здесь, в принципе, была яма. Здесь... В принципе, был пустырь. В рамках программы «Городская среда» в нашем дворе было произведено благоустройство придомовой территории. Пешеходные дорожки, детские спортивные площадки, детские комплексы. Уширение проездов было сделано. Все обнесено у нас маленьким красивым заборчиком. В прошлом году эта программа была завершена где-то в октябре месяце. Вот. В этом году в рамках этой же программы по гарантийному обслуживанию идет дальнейшее благоустройство. Дизайн-проект он был, естественно. В первую очередь, когда приехал дизайнер, он спросил наши пожелания. Вот. Первое пожелание у нас было – круговая дорожка для детей. Мы все тут уже сделали. Вот расширение сделали для парковочек, все. Тротуары, вот велодорожку мы монтировали полностью тоже. Ну, что было здесь? Здесь была просто огромная яма была. Все отсыпали, тут очень много грунта привозили. И все это исправили, сделали в красивый вид. В том году у нас ребятишкам негде было играть. Они терпели. Хотя рядом у нас самолет, площадка есть, но они здесь все ждали, помогали нам. Такую красоту сделали за 40 лет, такой красоты не было. Сами траву сеем, я газоны вот оформляю, но потихонечку. Проект большой, потому что двор у нас очень большой. Эту часть мы будем облагораживать. Мы ее засыпем, засеем травой, а потом мы, может быть, даже еще качельки дополнительно купим. Этот дом был включен в программу на 23-й год. Он двухэтапный, 23-24 год. За счет федерального, областного, городского бюджета и софинансирования собственников в размере 20% от стоимости работы с дополнительного перечня. Дополнительный перечень – это у нас все площадки. И детские, спортивные, это пешеходные дорожки и тротуары, это уширение проездов. Основные работы были выполнены у нас в прошлом году, в этом году были завершены работы второго этапа. Поэтому вот очень удачный эксперимент получился совместно с жителями. Жители просто проявляют огромную инициативу дальше. Дальше, больше и лучше облагораживать свою территорию. На текущий год у нас предусмотрено благоустройство 30 дворовых территорий на сумму более 140 миллионов рублей.